уроки вокала, обсуждение литературных шедевров и мастер-класс по мобильной съемке. Интерактивные площадки работали в штабе общественной поддержки «Единой России» 9 и 10 сентября. А мечи между занятиями угощали кексами по фирменному рецепту местных активистов. Приглашали всех бесплатно. И вообще традиционно у нас, конечно же, и в том числе в Омской области привыкли люди, что должно быть какое-то праздничное настроение. Соответствующий антураж должен быть. Ну и штаб общественной поддержки «Единой России», конечно, в стране не находится, создает тот позитивный настрой, поддерживает этот позитивный настрой у омичей.